Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня в рамках Кубка Фиферов состоится матч против Денчика Фломастерова. Жребий распределился так, что досталась мне команда Эвертон, ну не самая худшая и не самая лучшая команда, а вот у Денчика Фломастера есть крутой Тоттенхэм. Я думаю, самые олдскульные ребята помнят, как я Денчика выебал в 14 FIFA со счетом 7-1. Я просто не могу в это поверить. Блядь, даже такая хуйня! Поэтому у Денчика будет сильная мотивация отомстить мне за тот матч. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Сказать честно, я даже не тренировался, не смотрел, что там в составе у Эвертона, поэтому я понятия не имею, что меня там ждет. Так, чуваки, я ставил онлайн составы, но при всем при этом Лукаку у меня до сих пор играет. Странное дерьмо. Ну что, чуваки, вот таким вот образом выглядит мой составчик. Состав Денчика мне не показали, поэтому хер знает, что у него там происходит. Ёб твою мать, я забыл вообще про ёбаря Сона, пацаны, пиздец. Так, Виняма. Ах ты, блядь, прострелами будешь играть. Окей, я тебя понял, будешь бегать и простреливать. Воу-воу-воу-воу, тише! Чуть не забил мне Харри Кейн, бля, этого пидора я пиздец как боюсь. Еще одна подача, Харри Кейн, ой-ой-ой! Пиздец, слушайте, мне вот это вот говно вообще пока не нравится. Что, блядь, что за Джоэл у меня вообще на воротах, я не могу понять. Я только сейчас заметил, что у меня голкипер с рейтингом 76. Какого хуя, неужели у них нет нормального голкипера? Пиздец, кто это такой, что за хер вообще? Бля, Баркли, что за прием мяча, блядь? Бля, у него еще Уолкер, ёб твою мать, вот это составчик у него. Подача на Лукаку. Лукаку, кто это? Блядь, почему не на Лукаку, что такое? Офсайд? Блядь. Эй, от своего взял, какого хуя? Блядь, тупая игра абсолютно, что это такое? Блядь, ну это просто дичь какая-то. Так, вот так вот, вот так вот, дальше. Баласи, на Лукаку, Лукаку, Лукаку. Блядь! Давай, 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 мяч у меня. Ну! На нахуй! Что это за удар? Опа! Нормально! Ну, Баласи, пустые ворота! Да забей, какого хуя! Во-во-во-во-во-во-во, то, что нужно! Баркли, давай! Блять, конечно, Льорис первый будет на мяче. Блять, что они делают? Что они делают? Блять! Какого хуя друг другу мешать, блять? Какого хуя друг другу мешать, блять? Иди нахуй, блять! Заебись, я пропустил, потому что мои игроки друг другу, блядь, помешали. Просто охуенно, блядь. Ну! Да забей, какого хуя, блядь! Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Что, блядь? Какого хуя ж отбил? У меня нет комментариев просто. Просто нет комментариев. Я просто в ахуе все. Охуенная статистика. 3 удара, 2 гола. Замечательно просто, блядь. И вот попробуйте сказать, что, блядь, я проигрываю только по своей вине. Да давай, блядь, забивай. 3-й, блядь, похуй. Я уже, блядь, даже играть не хочу, серьезно. Я уже пивка попью. 65-я минута. Вообще ничего не получается. Я уже отчаялся от этого пиздеца, который происходит. Поэтому... Сорян, пацаны, если не оправдал чьи-то ожидания. Я даже это комментировать никак не хочу. Так, Леннон, подача. Ну-ка, башкой. Блядь, ну просто, это как, блядь, почему эти уёбки не забивают, блядь? Ну, сука, 2 точных навеса я уже сделал в этой игре. Да, все, пизда. Это пизда, казах бежит. Счет 3-0, да, все. Все повторы посмотрел, молодец. Надеюсь, ты доволен. Все, заканчивается матч. И... Не знаю даже, что сказать. Просто полная хуйня какая-то, блядь. Спасибо. Блять, вы просто посмотрите на этот момент. Вот просто посмотрите. Что?
Что это за хуйня, блядь? Кто мне объяснит? Почему два моих игрока, блядь, друг друга должны пиздить? Что они делают? Что это? Вот из этого говна я должен проигрывать, блядь. Вот просто охуенно. Почему в этом моменте, когда защитник должен крыть, блядь, этот ёбаный угол, мой игрок стоит в воротах, блядь? В воротах стоит! Почему? Объективно говоря, Денчику, ну, пиздец, как повезло с командой. В отличие от меня, блядь. Мне досталась команда, у которой голкипер с рейтингом 76. 6,8 оценка. Ладно, вы опять будете писать в комментариях, что я отмазываюсь, что я придумываю, там это все. Ну, дело ваше, дело ваше. В общем, такой вот видос. Поздравляю, Денчик, с победой. Проходом в следующую стадию. С вами был я, PandaFX. Ставьте лайки, дизлайки, что хотите, ставьте. Я, блядь, почти месяц не играл в эту игру, и лучше бы столько же не играл. Столько нервов, блядь, из-за этого говна, блядь. Просто. Все, ладно, извините. Это всего лишь эмоции. Я пойду лучше пивасика попью. Это получается у меня намного лучше. Также, чуваки, я принял участие в шоу FIFA Mix Fight, где я сыграл с Вилса, и матч получился очень интересным, поэтому рекомендую вам заценить. Ссылочка будет в описании.